Это странник. Прямо с дальнего севера. Предвестник весны. Вечно зеленый. Им когда-то спасали от нехватки витаминов в одном месте. Заключенные щипали иглы стланника и собирали в кучу, а потом варили из него вонючую густую жижу. Экстракт темно-желтого цвета. Их заставляли это пить или есть кого как. Перед обедом каждый день. Если не выпьешь или не съешь, лишали обеда. За этим следили. Но стланник не лечит. И никогда не лечил. В нем просто этих витаминов нет. И что самое главное, заключенные все... Все они это прекрасно знали. Шаламов сидел 20 лет и сам питался им долгое время. Потом сверху признали, что все это туфта. Спустя долгие годы. После войны.